А сейчас хор бывших рецидивистов исполнит вам задумчивую песню «Вечерний звон». В группе «Бом-бом» участвует тот, у кого оканчивается срок заключения. Это наша традиция, и мы ее храним. Прошу. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он о юных днях. Расскажи, как думаешь жить, Прокудин? Честно? Это я понимаю. Куда едешь-то? Вот к ней вот. Кто это? Заочница. Байкалова Любовь Федоровна. И что она пишет? Хорошие письма пишет. Зовет.
Рад? Рад. Рад, рад. Видишь ли, дружок, если бы у меня было три жизни, я бы одну просидел в тюрьме, черт с ней. Другую отдал бы тебе. А уж третью прожил бы сам, как хочу. Ведь она у меня всего-то одна. Я и рад. А вот ты радоваться умеешь, нет? Ты тухлый твой дело, сынок. Чего радоваться-то? Чего говоришь? Чего говорю особенно радоваться-то? Ну, это я, брат, не знаю, чего радоваться. Умеешь радоваться, радуйся, не умеешь, так сиди. Тут не спрашивают. Ну-ка, останови-ка, сынок, я своих подружек встретил. Вон они, видишь, стоят. А я еду мимо. Надо попроведать. То, видишь, они плачут. Здорово, кума! Все живешь? Ну что, невестушка, заждалась, матушка ты моя. Во, разорались-то. Нет уж, вы пока надо мной не каркайте. Ну что ходишь? Садись. Сколько стоит эта машинка? А может, мы ее стырим на пару, а? Выше голову, товарищ! Не нохон! Ну что, Нинон? Где ты ходишь, Нинон? Что ты ищешь, Нинон? Шарик, 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 шарик. Лупоглазая Нинон. Испортила праздник. Адресок на всякий случай оставим. Шарик. Скажи своей Нинон, что я ее пока предупреждаю, но вперед буду строго наказывать. Алло, здрасте. Это я. Горе. А мне ночевать негде. Почему? Ну почему? Зараза вы. Алло, предупреждаю, не клади трубку, а то я приду. Я из вас букет сделаю, посажу в клумбу, головками вниз. Вот так. Меня хорошо слышно? Вот так вот. Ну, что бы вам сказать такое? Твари вы подколодные. Вот. Шансонье, собаки. Иди отсюда, я тебе выйду, покажу горе. Горе покажу и страдания. Я им пропопал, мне пропопову дочку. Я тебя спрашиваю, Нинон дома или нет? Пусть она выйдет. Я прошу. Скажи, горе просит. У меня вот колун в руках. Попроси его, он выйдет. Поджечь, что ли, вас? Попробуй, подожги.
Я вот ту записку, которую ты в пробой сунул, я ее в милицию отнес. Тебя тут же сцапают. Дурачок ты. Там стихи, аглоед. Вот, стихи. Там твои отпечатки пальцев. Туда ведь пойдешь, откуда пришел. Сейчас обрадовался. Угрожать он будет. Нет, Нинки, уехала она. Куда уехала? На север куда-то. Так а что ты сразу лайц скинулся? Не мог объяснить, что ли? А потому что меня зло берет на вас. Из-за таких же вот и уехала. С таким же вот. Ну, считай, что она в надежных руках. Не пропадет. Праздничек блыснул. Ну что же, пойдем в ямку. Ну так есть еще праздник-то на земле, или нет? Есть, горе! Горюшка ты моя. Ты моя хорошая. Я тебя сегодня во сне видела. Так, и что же я делала во сне? Крепко обнимала меня. А ты ни с кем не спутала меня? Горе, ну. Вспоминается мне один весенний вечер. Здорово. Рад, что ты отпыхтел. Я сам рад. В воздухе было немножко сыро. На вокзале сотни людей. От чемоданов рябит в глазах. Куда тебя кинуло? Люди взволнованы, все хотят уехать. И среди этих взволнованных, нервных сотен сидел один. Эх, сколько здесь молодых людей! И подошел к нему некий изящный молодой человек и спросил. Что пригорюнился, добрый молодец? Да какие хорошие все, ты гляди. Да вот, говорит, горе у меня. Деваться мне некуда. Да хватит тебе губа, целый роман сочинил. И тогда изящный молодой человек сказал ему. Ничего, ничего, бывает. В филармонию звонит Полуда, а сама на толчке сидит. Горе, наш коронный номер. Давай, Люсьен, ну-ка дай музыку. Вот какой минуты ждала моя многострадальная душа. Подожди, Егорушка, подожди. Я успокою твою душу. И сама успокоюсь. Я приживу ее к сердцу. Голубка устала. Смотри, не клюнула бы эта голубка. А то клюнет. На злых людей мы сами волки, Люсьен. Сгорели. Света кондёхаем. Быстро. Спокойно. По одному кто куда веером. На 2 недели все умерли. И ни одной пары мне. Так, попели, поплясали. Аринушки, Маринушки. Горь, ты чего? Кажется, действительно займусь сельским хозяйством. Какое сельское хозяйство? Уходить надо. Ну что ты сел? Уходить, уходить. Быстрее! Когда же я приходить-то буду? Не надо. Погорим. Скоро мы все увидимся. А ты с ней пойдешь? Нет. Иди. Иди! Отдохни где-нибудь. Груш есть? Есть, мне там дали. Могу подкинуть. Ну, давай. На. Окружили! Ну-ка, с той стороны. Кирбилов, зайдите с той стороны. Тихо! Отведите ее. Ну что? Что вы хватаете? Паленым пахнет, а, Егор? А-а-а. Это ж Света! Ты тут Свету прикрямзили. Да что тут? От твоей Светы как от свиньи. Визгу много, шерсти мало. Я боюсь, те расколются. А буду шмалять. Стой, дура! Что ты? Психопат. Может, не расколются, а ты стрельбу откроешь. Да знаю я их. Вот что. Я сейчас подорву и уведу их. Понял, у меня же справка. А догоню, скажу, испугался. Скажу, бабенку искал. Услышал свистки и испугался с дуру. Так, сейчас я наугад по-вятски. Давай, Жора, давай. Вон они! Эх, ноги мои, ноги!
Ку-ку. Да сколько же вас? Сюда! Это хорошо. А что ж дальше? Что-то мне эти игры весьма и весьма. Что я вам, колобок, что ли, на самом-то деле? Здравствуй, уважаемый Егор Николаевич. Пишет тебе Любовь Байкалова. Люба, Любушка. Ну-ну. Сообщаю, что получила твое большое поэтическое письмо, где ты меня немножко огорчаешь, что не можешь выносить тишину. А здесь у нас вечерами тихо-тихо. Лист упадет на воду, слышно. Может, хоть волосы мои скорее отрастут. В тишине-то. Не обижайся, Любушка. Так я. Я знаю про ту тишину. Там ведь и моя родина. Сорвала я цветок полевой, приколола на кофточку белую. Хорошо, да. Нет, а мне тишина глянется. Приезжай, Егорушка. Ах, душа ты моя добрая. Погоди-ка, а может, мы еще сумеем? Может, я еще не весь проигрался-то? А? А что? Эх, где наша не пропадала? А знаешь что? А? Пойдем пока в чайной посидим. Нет, я не пью щи. Так уж и не пью щи. Или цену набиваешь? Нет, я могу, конечно, поддержать компанию, посидеть. Но так, чтобы засандалить, как некоторые. Я этого не люблю. Я очень умеренный. Да мы чайку попьем и все. Пойдем. Про себя расскажешь. А то у меня мать с отцом строгий. Говорят, не смей сюда заявляться со своим арестантом. Я им говорю, господи, какой он арестант? Он арестант по случайности, по несчастью, верно же? М? О, пойдем с той стороны зайдем. Стоят. Верно же? Что именно верно же, я не пойму. Ну, арестант по случайности. А, ну да, да. Стечение обстоятельств как раз. Громадная невезуха. У вас что, родители киржаки, что ли? Нет, а что? Ну, строгие-то. Я курю, например, поврут еще. Ух, господи, у меня отец курит, и брат курит. И брат есть? Да. У меня семья большая. У брата еще дочка. Она сейчас десятилетку заканчивает. Mm. Угу. Хорошо. Потом куда? Ну, юридически. Заходи. А может, мы возьмем бутылочку, да пойдем куда-нибудь? Ну, зачем? Здесь вон как славно. Садись. Нюра! Нюр, принеси нам. Что нам принести-то, Егор? Красненького. У меня от водки изжога. Бутылочку красненького.
Ах, а замечательно тут у вас. Простор, воля. Ну, Георгий, расскажи, значит, про себя. Прямо как на допросе. Ну, что мне вам рассказать? Был я бухгалтером. Работал в Орсе. Начальство, наверное, воровало. Тут бах, ревизия. И мне, естественно, намотали. Знаете, как... Спасибо. Слушай, давай уйдем отсюда. А то мы тут как два волоска на лысине. Все смотрят. Ну, что они тебе? Пусть смотрят. Ты же не сбежал. Вот справка об освобождении. Да я... Господи, я так, слово. Ну-ну. И сколько ж ты сидел? Последний раз. Сидел я 5 лет. Это с такими-то ручищами ты бухгалтер? Даже не верится. Это я их уже там натренировал. Знаете, тапочки шили, шили. Такими руками только замки ломать, а не тапочки шить. Ну, вы скажете. А чем думаешь здесь заниматься? Опять бухгалтером? Нет, бухгалтером я больше не буду. Нет, все. А кем же? Тапочки шить. Надо осмотреться. Люба, а можно малость попридержать коней? Ты как-то сразу в мах погнала. Работа, работа. Знаете, как у нас говорили, работа не алитет. Давай подождем с этим. А зачем же ты меня обманывать стал? Я ведь писал вашему начальнику. И он мне ответил. Ах, вот она что. Ну, тогда гони всю тройку под гору, Любовь. Наливай. А ведь ты такие письма слал хорошие. Не письма, а прямо. А? Я же наизусть их помню. Может, талантишка пропадает? Централы-ка, пропали молодость, талант, стена. Давай, Любовь. А чего ты-то погнал? Подожди, поговорим. Ну, начальничек, надо же. А тихим фраером я подъехал, да? Бухгалтер. По учету товаров широкого потребления. Так чего ж ты хотел, Георгий? Обманывал. Обокрасть меня, что ли? Ну, мать, ты даешь. Поехал в далекие края 2 пары валенок брать. Ты меня оскорбляешь, Люба. Так чего ж ты все-таки хотел-то? Не знаю. Может, отдых душе устроить. Праздник нужен душе. Праздник. Я его долго жду. Эх, Егорушка. Что? А ведь и правда устал ты. Как конь в гору. Только еще боками не проваливаешь. Да пена изо рта не идет. Упадешь ведь. Скажи мне, у тебя правда никого нет? Родных? Люба, ты мне, пожалуйста, на мозоль не дави. Не надо. Я еще не поберушка. Уж чего-чего магазин-то подломить я еще смогу. Иногда я бываю фантастически богат, Люба. Вот жаль, что ты мне не встретилась в эту пору. Ты бы увидела, что я эти деньги вонючие вполне презираю. Презираешь? А на такую страсть из-за них идешь. Господи. Я не из-за них иду. Из-за чего ж? Никем больше не могу быть на этой земле. Только вором. Ой-ой-ой, какие мы страшные. Только никто не боится. Ну, допивай, да пошли. Куда? Ко мне. Ты ж ко мне приехал? Или у тебя еще где-нибудь заочница есть? Погоди, ну, может, теперь выяснили, что я не бухгалтер? Выяснили. Ну, чтоб вы знали, мадам, я шофер 1-го класса. Да? Да. Ой, нет, 2-го. И права есть? Нет, права в Магадане. Ага. Ну, вот видишь, и тапочки шьешь, и шофер. Тебе ж цены нет у нас. Пойдем. Типично. Типичная крестьянская психология. Ломовая. У меня 7 судимостей, дурочка. Я ворюга несусветная. Тише, куда тише, тише. Ну что, опьянел, что ли? Так а в чем дело-то? Пойдем ко мне. Отдохни хоть недельку. Украсть у меня все равно нечего. Отдышись. А потом уж поедешь свои магазины ломать.
Кто скажет, встретила от ворот поворот. Зачем же звала тогда? Все в порядке, ведет. В красной рубахе, как палач. Матушки мои. Что стало-то? Да что делать-то? Идем. Да по что отступаем-то? Что там? Кто-то приехал. Вот теперь заживем. По внутреннему распорядку. В одной шеренге ходить будем. Ну, окаянная, ну, халда. Ну, чего я могла с халдой поделать? Ничего жить не могла. Ты вот чего, ты виду не показывай, что мы там напужались или еще чего. Не дали мы таких разбойников. Сенька Разин нашелся. Однако приветить же надо. Приветить надо. Все по-людски будем делать, а там поглядим. Может, головы свои покладем через дочь родную. Ну, Господи, чего уж говоришь-то? Ну, Любка, Любка. Ну, спасибо, дочь. За мной. Здравствуйте. Ну, вот и бухгалтер наш. Здравствуйте. Садись, Георгий. Ну, садись, садись. Благодарю вас. Вы позволите рядышком? Вот. И никакой он вовсе не разбойник с большой дороги. А попал по... Ну, как, Георгий? По недоразумению. Случайно. И сколько сейчас дают за недоразумение? 5. Мало. Раньше больше давали. А по какому же такому недоразумению загудел-то, милок? Начальство воровало, а он списывал. Ну, допросили. А теперь покормить надо. Человек с дороги. Так. Я пойду баню посмотрю. Егор. Хотя, ладно. Мам, покормить надо. Закурить можно? Кури. А вы не желаете? Я не курящий. Старой веры придерживаетесь, да? Никакой я веры не придерживаюсь. А не кури, и все. Не хочу. Нет, не хочу или устав не позволяет. Это же разные вещи. Один тоже говорит, ох и жмут. А его сзади спрашивают, кого это жмут-то? Он говорит, сапоги жмут. Так какое, говоришь, недоразумение-то? Метил кому-нибудь по лбу, а угодил в лоб? Да. В одном месте зарезали 7, а 8 не углядели. Ушел. 7? 7, напрочь. В мешок поклали и в воду. А 8 донес. Свет, свет, свет. Федя. Тихо. Один дурак городит, чего не попадя, а другая уши развесила. А ты, кобель, поаккуратней с языком-то. Тут пожилые люди. А что же вы пожилые люди? Сразу меня в разбойники записали. Вам же говорят, бухгалтер. Нет, вы начинаете хахоньки тут разводить. Вот ведь какая штука. Ну, из тюрьмы. А что же, в тюрьме одни убийцы сидят, что ли? Да кто тебя в убийцы зачисляет? Ты только тоже не заливай тут. Бухгалтер. Я бухгалтеров-то видел, перевидел. Бухгалтера все тихие, маленько вроде пришибленные. У бухгалтера голос слабенький, очечки. И потом я заметил, они все курносые. И любят смотреть балет в телевизор. Да какой же ты бухгалтер? В твой лоб-то поросят шестимесячных бить можно. Это ты Любке говори про бухгалтера, она поверит. А я, как только ты зашел, сразу определил. Этот или за драку какую-то, или машину лесу дюбнул, а? Тебе бы опером работать, отец. Цены бы тебе не было. Колчаку не служил молодые годы, нет? В контрразведке. Только честно. Голова дырком делал? Да чего это? Ну, а чего мы так сразу смутились?
Я просто спрашиваю, чем вы так смутились-то? Ну-ка, в глаза мне. Глаза мне. В трудные годы колоски с колхозных полей воровал? Чего это он? Чего это он? Чего это мы? Чего растерялись-то? Ну-ка, в глаза мне. Ну, хорошо, поставим вопрос несколько иначе. По-домашнему, так сказать. На колхозных собраниях часто выступаем? Ты чего тут Микитку ты себя строишь? Заварила кашу. Что ж теперь будет? Ишь, как мы славно пристроились жить. Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения. Люди начинают даже заикаться от напряжения. Покрываются морщинами на крайнем севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы. А как же иначе? Нужно. Но в это же самое время находятся люди, которые всех достижений человечества облюбовали себе печку. Вот как. Славно, славно. Будем лучше подпирать чувал ногами, чем напрягаться вместе со всеми. Дружно. Да он с 10 годов работает. Он с малолетств на пашне. Реплики потом. Вот. Потом реплики. А то мы все добренькие. Когда это не касается наших интересов. Нашего, так сказать, кармана. Да я стахановец вечный. У меня 18 похвальных грамот. Чё ж ты сидишь, молчишь? Молчишь? Ты же мне слова не даешь воткнуть. Где похвальные грамоты? Где они? Я хочу посмотреть. Там. Где это там? Там у шкафчики. Все прибраны. Им место на стенке, а не у шкафчики. У шкафчики. Привет, ну, я понимаю. Как вы тут? Все у вас тихо, мирно. У меня банька готова. Ну и ухари ты себе нашла. Ты гляди, что он тут сейчас попер. Такого нагородил. Не перелезешь. Егор. Да нет, ничего. Мы тут из блохи голенище кроили. Побеседовали просто. Ладно, отец. Подними руку и опусти. Не обижайся. Я просто веселый человек. Слышь, что говорить-то? Бухгалтером был. Ревизия, мол, то все. А порож-то, видать, бандит. Да? Да. Ну и что? Да ничего, надо поосторожнее теперь. Ты иди глянь на этого бухгалтера. Глянь, нож воткнет и не задумается. Бухгалтер. Да? Да. Ну и что? Да ты иди хоть покажись, какой ты есть. Ему все пострашнее будет. Нам теперь рядом жить. Рядом жить-то. Ну и что? Тьфу ты! Да ничего! У нас дочь школьница, вот что! Заладил свое, ну и что, ну и что? Мы то и дело одни на ночь встаем, а ты, ну и что? Что, колка чертова? Пень, жену с дочерью зарежет, он и шагу не прибавит. В доме трупов наделает, а он будет, ну и что? Арясина. Подумаешь. Ну как же так, Егор, едешь свататься, даже лишней пары белья нету. Ну кто ж так заявляется? На то она тюрьма, а не курорт. С курорта и то бывает приезжают. Прозрачнее. Он, Васька Белов, приехал. Опыта, говорит, теперь много, а денег нет. Вот. Это бывает. Бывший муж не нашла. То есть? Ну, моего мужика бывшего. А чё? Да ты что, Люба? Я что, подзаборник, что ли? Чужое белье напялил. У меня деньги есть, надо сходить в магазин да купить. Где ж ты сейчас купишь-то? Магазины все закрыты. А чего ты? Оно стиранное. Бери, чего? Неспокойненько же. Прямо скажет, как в лужу. На полотенце. Так, опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно.
Я вам потом спою песню «В том саду, при долине». Ну, Гром. Егор, давай, иди. На. Так. Только вот чего, слушай. У нас Петро не шибко ласковый. Ну, ты не обращай внимания, он совсем не такой. Да уж, Петро у нас как пи... Стриженых принимает? Всяких принимает. Георгий? Ну, давай еще целоваться. Георгий, знаешь, Георгий. Знаешь, Жора? Джордж, а не Жора. А? На. Отшей. Весь день сегодня как рыжий на ковре. Я тебя что, дорогу перешел? Что ты мне руку не соизволил подать? Ну, на тебе руку, на. Спасибо. Мы как-нибудь так. Гляди ты, какой ежик. Ха. Чего ты расселся-то? Мойся, мойся. Я потом. Я же из заключения. Мы после вас. Не беспокойтесь. Во. А так, Жора. Дальше уже, кажется, ехать некуда. Получается, бедный родственник. Чего ты? Чего? Чего лежишь-то? Я подкидыш. Ну и что? Ты пойдешь или нет? У меня справка об освобождении. Оглобля. Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя. Точно такой же. За исключением маленькой пометочки, которую никто не читает. Понял? Сейчас возьму. Силком суну в тазик и посажу на каменку. Без паспорта. Со справкой. Вот это уже другой разговор. А то диплом ему покажи. На кой ты его в чайную-то повела? Зачем в чайную повела? Ведь уж вся деревня знает, к Любке тюремщик приехал. Мне прямо на работе сказали, мама, я обалдела. Любка, Любка, ты скажи так. Ей скажи, ты просто так приехал. Жир накопить, да опять заусить по свету. То скажу, уезжай сегодня же. Скажи, не позорь меня перед людьми-то. Да ведь у него, поди, семья есть. А как же? Ну как это может быть, чтобы у него семьи не было? Ну как? Что он парень 17 годов? Ты думаешь своей головой-то? Любка, Любка, ты скажи так. Если у тебя что, дурной на уме, то скажи, сбирай манатки. Ему собраться только подпоясаться. Ну, чего вы навалились на девку? Что она сейчас может сказать? Это уж как выйдет, какой человек окажется. Как она может сейчас за него заручиться? Да не пугайте вы меня ради Христа. Я сама боюсь. О, вот я тебе чего и говорю-то. Ты вот что, девка. Люб, слушай, ты скажи так. Вот что, добрый человек, поди сегодня ночуй где-нибудь. Да где же это? В сельсовете. Фу. Да вы что? Совсем сдурели? Гляди-ка, вызвали мужика и отправили его в сельсовет ночевать. Совсем уж нехристи какие-то. А пусть его завтра милиционер всего обследовать. Да чего его обследовать-то, он весь на лицо. Я, конечно, не знаю. Но вот мне кажется, что он хороший человек. Ну, я как-то по глазам вижу. Я еще на карточке заметила, глаза у него какие-то грустные. Ну, вот хоть убейте меня тут, а мне его жалко. Может, я и дура. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Мама родимая, живьем же сварил! Да что ж мне, опять что ли сидеть? Ой, сварил живьем, зараза! Ой! Вот паразит-то приблотненный, а? Убили! 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 Люди! Петя! Петя! Да, мясо! А нет! Ну чего орешь-то? Ты что, Петька? Да вон, подкидыш-то. Попросил ковш горячей воды поддать, а он меня окатил. А я еще удивился, думаю, как же он стерпит-то? Вода-то горячая. Я еще пальцем потрогал, прям кипяток.
Ну, думаю, наверное, закаленная или кожа толстая. Я же не знал, что надо на каменку-то, Бог, Петя. Как не знал, тоже. Не знал. Что, дитё, что ли, ты малый? Да. Ну, я же думал, тебя полоснуться надо. Да я же не парился, не мылся. Ну что, полоскаться-то? Ладно, вылазь, Петька. Ну, трусы ж хоть надо. Сейчас принесу. Ну-ка, поди-ка сюда поближе. Посмотрите. Сварили. Сварили, ладно, мужика. Ладно. Ничего тут страшного нет, надо только жиру. Или масло подсолнечного. Зойка, принеси какого-нибудь жиру. Сейчас принесу. Ой, может, его пока студить маленечко? Ты что, совсем озверел, что ли? На. Передай. Пожалуйста. На, надевай. Давай. Ну ладно, пошли, а то вон людишки собираются. Ой-ой-ой. Эй, куда он? Больно, Петро. Да иди ты. Чуть не утонул еще. Как же это, Егор? Понимаешь, как получилось-то? Он уж там, ну, поддавал, дышать нечем. А просит, ты что, дай ковш горячий. Ну, я думаю, хочешь температурный баланс навести. Баланс? Навел бы я тебе баланс ковшом по лбу. А если бы там живой кипяток был? Я же пальцем попробовал. Пальцем? Чем тебе только делает такого? Ну, ладно, Петро, ну уже нечаянно, ну что ж теперь? Господи. Да идите вы в дом. А то и правда вон люди собираются. Ну так ты сам-то чего расселся? Ах, какая ошибка. Как это я его не понял? Не понял. А Фронт-то, знаться, сам Куртык гонял. А, из Монголии. Да, 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 да. Шерстобитка у них была. Да, да, наверное. Ой, наливайте, наливайте. А маслобойка была у Войнова. Старик, старик, наливай, наливай. И кто же? Закусывайте, закусывайте. А самого Фронта прямо от Курта и взяли. А когда амбарку ломали, пимы искали. Он пимы катал. Катал, да, да. Вся деревня сбежала с поглядения. Люба, 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 угощаю, угощаю. Вот тогда вот на Юрке-то и женился. А вот Павел наш, вот Ваня. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило. Но он поправился и опять пошел. Вот тогда его убило. А Ваню в Берлине убило. Вот Ваню мне больше всего жалко. Он такой веселый был, вот везде меня с собой таскал. Я хоть маленькая была, но помню его хорошо-хорошо. Во сне вижу, смеется. А здесь что-то ничего не знаю. Узнаешь? Петро наш. О, какой строгий. А самому всего только сколько? 18 лет. Он в плен попадал. Его наши освободили. Мы там сильно-сильно в плену избили. А потом его даже нигде не царапнуло. Зато я его сегодня ополоснул. Как черт под руку подтолкнул. Егор, а ты не нарочно его? Да ну что ты, Люба, не веришь ты ли мне? Верю, верю. Чего же? Петро, прости за память, ей-богу, нечаянно. Да ладно. Не пошел, ради Бога, не поельник, да песок не веселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок, скоро саму. Узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей Божьей воле стал разумный велик. Там уж поприща широка, знай, работай, да не трусь. Вот за что тебя глубоко я люблю, родная Русь. Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родно, я жуть. Саш, а Саш? Погоди-ка, дружок. Ну-ка, марш на место. Ну, а в чем дело-то? Ни в чем. Иди спать. А мне не спится. Ну, так лежи. Думай о будущем. Я хотел поговорить. Хотел задать два вопроса. Завтра поговорим. Какие вопросы ночью? Ты что? Один вопрос ночью. Люба, возьми что-нибудь в руки. Возьми сковородник. У меня пестик под подушкой. Круговую оборону заняли. Пошел на цыпочках, котяра. Думают, его не услышат. Я все услышу и увижу. А этот спит. Хай пахнет. Кто это спит-то? Фраер со справкой. Праздник ему нужен. О, она еще, сука, как взбесилась. Не ворчи, не ворчи там. Разворчался. Ну, мне надо съездить, Люба. Ехай. Ну, а что ты так смотришь? Как? Ты же не веришь мне. Делай, как тебе душа велит, Егор. Зачем ты меня спрашиваешь? Верю, не верю? Верю я или не верю, тебя же это не остановит. Да. Я бы хотел быть не злым человеком. Я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать. Но я всю жизнь вру. Я должен быть злым и жестоким. Но мне жалко бывает людей. Так тоже жить нельзя. Так тоже жить нельзя. Я вот не знаю, что мне с этой жизнью сделать. С поганой жизнью. Может, мне добить ее в дребезги. Веселей бы как-нибудь только. С музыкой бы. Ни о чем бы не думать под конец. Вот сейчас я тебе скажу правду. Я не знаю, вернусь я или нет. Может, вернусь, а может, нет. Спасибо за правду, Егор. Ты хорошая, Люба. Не надо этого. Ладно. Давай сделаем так. Я останусь один и спрошу свою душу, как мне быть. Делай как нужно, как хочешь. Я ж тебя ни в чем не обвиняю. Но если ты уедешь, мне будет жалко. Понимаешь, вот жалко, жалко. Я не знаю, чего я плачу. Ладно, Любовь. Ну, худого слова я не скажу. Ладно. Дай руку мне. Я тебе говорю, живи одна.
Может, потом какой путный подвернется. А этот друг воровать начнет, тогда что? Что? Да я говорю, воровать-то он кинется, тогда что? Ну что тогда, посадят. Ой, да ты что, плавный, что ли? А я сама не знаю, ну что я как сдурела? Самой прям противно. Болит и болит душа. Вот болит и болит душа, вот прям не знаю, что делать. Как будто я его век знала. Правда, он целый год письма писал. Им там делать-то нечего, они и пишут. Ты бы знала, какие он письма писал, умные. Про любовь? Да нет, как-то все про жизнь. Он правда, наверное, много повидал, черт стриженный. Вот не знаю как. То ли я его люблю, то ли мне его жалко. Вот где он сейчас? Так, что мы тут имеем? Ага. Ага. Ай, ай, красавец. Ну, шаркнули по душе. Пуленька, а что, если мы возьмем и обрадуемся на пару? Э? Чё смотришь? Гроши есть. Гражданин, вы тут не хамите. Вы деньги переводите, вот и переводите. Сразу на араба берут. Гражданин. Какой я вам гражданин? Я вам товарищ. И даже друг, и брат. Да-да. Работайте, работайте. А то только глазками стрелять туда-сюда. Но ты гляди, что они делают, а? Что они вытворяют? Да я же вам двух слов еще не сказал. А вы уже пренебрегаете. Ну, марионетки. Ладно, подождите. Я вам устрою. Я поселю здесь разврат. Я прокину этот город во мрак и ужас. В тартарары. Так, житель колхоза «Новая жизнь» Игнашичев в июне...
Что такое? Кто его пустил там? Ты что, не знаешь, кто его мог пустить? Он не из комиссии, я его в гостинице видела. Михалыч, пойди узнай, в чем дело. Продолжим. А по времени не пора ли уже открывать? Закончим, откроем. Игнашев в июне 72 года, будучи в нетрезвом состоянии, ударил без причины заготовкой для оглобли по голове Кирикова. Между прочим, нас это тоже всех касается. Чего ты? Спасибо. Очень благодарен. Очень благодарен. Можем вас на минуточку? Да? Присядьте, пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я только что приехал из Золотых приисков. Хочу у вас спросить, не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такой, знаете, бардальеро. Ну-ну, я грубо выразился. Я нервничаю, потому что мне деньги жгут ляжку. 100 листов. Их же надо взлохматить. Как вас зовут? Сергей Михайлович. Михайлович, нужен праздник. Я слишком долго был на севере, понял? Я, кажется, придумал. Вы где остановились? Нигде пока, я только что приехал. Ну, мне кажется, можно будет организовать, знаете, ну, нечто вроде, ну, такого пикничка. Так. В честь прибытия, так сказать. Да. Такой, знаете, небольшой, аккуратненький бордельер. Окей. Ми фас понималь. О, уж прохинзе дэч, Иван Андреевич. О, мимарка не сует пяка. Они у нас собаки спляшут. И не маленьких лебедей, нет. Железное болеро. Краковяк в присядку. Ну зачем же так? Мы все сделаем культурненько. А это уберите. Уберите. Как ваша фамилия? Ты не Егор? Ага. Егор, в военкомате никак на учет не могу стать. Ну, поздно-то? Так а здесь так работает, Люба. Ага, как. Товарищ капитан, зайдите ко мне. А? А, нет, это тут генерал один. Ага. Нет, Люба, даже придется ночевать здесь. Я где-нибудь тут на диванчике. Да ничего, я привычный. Да. Ну, а как ты там? Да? А тебя на почту вызвали, да? А? Да. Ну, а что же делаешь, Любушка? Ну, Анна. Ну, надо. А? Ну, ладно. Ну что, трактирная душа, займемся развратом. Все готово? Халат. Есть. Пришлось к одному старенькому артисту поехать. Нет же ни у кого. Ну и как? Идет. Ну, как я велел. Усек. Иди. Народ для разврата собрался. О, Господи, Боже мой. Прямо девочки с персиками. Мил человек, ты все же объясни нам, чего мы празднуем. Ну, дяди и тети, давайте будем начинать кушать. Не торопитесь, мечите пореже,
Ну а чего же военкомат на ночь-то? Не запирается, чё ли? Нет, наверное, если он говорит, что ночует там. Ай, да он наговори, только развеси уши. Я так думаю. Ему сказали явиться завтра к 8:00. Ну? Там люди военные. Ну, правильно. Он же и говорит, и ночую здесь на диване. Да хоть все учреждения на ночь запираются, вы чё? Ну, кто же его там одного на ночь оставит? Он возьмет да печать украдет. Ну, мама. На кой она ему, черт, нужна эта печать? Ой, да я так, к примеру, говорю. Слова не дадут. А сказать. Ты не говори глупых слов. Да ты, маме, он больный прям. Хватит. Чего таких некрасивых набрал-то? Нарочно, что ли? Ну, а где ты их красивых возьмешь-то? Красивые все замужем. А ты же сам просил незамужних. Да что, плохие, что ли? Там вон какие есть. Нет, Михалыч, это не праздник. На-ка, по червонцу, каждому тебе 100. Но без обмана я заеду проверю. Ну, Георгий. Слушай, а он вообще-то есть в жизни? Кто? Праздник-то. Петруччо! Петруччо! О, штаны уже успел надеть. Я Петро, Жоржик, выйди на минуту. Мы тут споем так тихо и красиво. Здорово! Ты чего, выгнали, что ли? Нет, будить неохота. Ты когда-нибудь Реми Мартын пил? Чего? Коньяк, 20 рублей бутылка. Видел? Пойдем врежем в бане. По что в бане-то? А чтоб не мешать никому. Ну дай мне хоть обуться, да закусить же надо что-нибудь. У меня полный карман шоколаду. Я уж весь провонял им этим, как студентка. Пойдем. Чё ты? Ты гляди, как он сюда попал? Ну, попасть это дело нехитрое. Как вылезти? Вылезет. А что ж ты все-таки домой-то не пошел, а? Не знаю. Не надо, Петро. Ну-ну. Не пытай ты меня. Я вот сам думаю. Где ж мои вороные-то? То ли они пропали, то ли их вовсе не было. 40 лет живу, а сказать нечего. Оброт как. Ну и не говори. Наливай своего дорогого. А чем пить-то будем? А вон, ковшом. На, держи. Это из этого шпарилка? Ну, а из какого же? Не вспоминай. Давай.
Какая Василиса-то? Прямо рожать пора. Ты знаешь, я слышал, как ты вчера приехал. Я только думал, что это Коленька опять мой заявился. Какой Коленька? Ну, муж. Так он что, приезжает? Приезжает, а как же? А ты чего? А я ухожу в горницу и запираюсь там. И сижу. Ведь он трезвый-то ни разу не приезжал. А пьяного я его видеть не могу. Он какой-то вовсе дурак становится. Такой глупый. Коровы. Хорошо им тут, да? Хорошо. Знаешь, я из моего детства только мать помню да корову. Райкой звали корову. Мы ее раз весной выпустили из ограды, чтобы она сама покормилась. Знаешь, когда снег сходит, клочки сена вытают на дорогах, они собирают. Мы выпустили. А их кто-то брюхо вилами проколол. Чужому стажку пристроилась где-нибудь. Кишки домой приволокла. Чего глядишь? А? Егор, милый, брось, хотел... Люба, брось это слова. Слова ничего не стоят. Ну что ж ты, это все сейчас выдумал, что ли? Нет, не выдумал. Только ты меньше людей слушай. Слушай, но слова пропускай. А то ты доверчивый очень. Тебя что, никогда не обманывали, что ли? Нет. А кому, Господи? О. А вон наш председатель идет. У нас был. А что ты так разулыбалась сразу? А он у нас хороший, хозяйственный. Сейчас будут склонять к труду. Ну, давайте, давайте. Давайте. Могу заносить быкам хвосты, поскольку я кругом в замше. Сам-то откуда? Я здешний, вашего района, деревня Листвянка. Да вроде нет такой, я свой район знаю. Странно, куда же она девалась? Была деревня Листвянка, я же хорошо помню. Наверное, сгорела. Наверное, сгорела. Жалко. Хорошая деревня-то была. Ну вот, Лилия Викторовна, нечаянно шофер нашелся. Наш земляк. Иван Иванович Тараторкин из деревни Листвянка. Прокудин Егор. Вор, рецидивист. Последняя кличка – Горе. Леди Гамильтон из районной прокуратуры. Ха, браво. Вы прямо на совещании, а я как-нибудь доберусь. Хорошо, я только заеду переоденусь и по дороге на пасеку заскочу. Пожалуйста, машина в вашем распоряжении. Действуй. Но смотри. Вам не кажется странным, что я так заговорил с вами? Как? Глупо. Развязно. Нет, ничего. А почему вы так заговорили? Директор ваш сразу начал с биографии, а я этого не перевариваю. Зачем? Вот вы работник прокуратуры, так? А я сын прокурора. Ну и что? Что я об этом должен кричать всем, да? Какие же мы после этого интеллигенты? Верно же? Да-да. Да еще в замшевых ботинках. Что в замшевых ботинках? Ну, интеллигент в замшевых ботинках обычно помалкивает. Да? Да. Иначе он просто хам. А-а-а. Ну, тогда все. Я заткнулся. Между прочим, могли бы и меня пригласить на чашечку чая с медом. Перебьешься. Эй, зачем следователя привез? Что? Ну, кого привез? Она следователь.
Нифига себе. Прошу, пани. Позвольте вам, как работнику уголовного права, от типажей. Перестаньте кривляться, смотреть противно. О. К вашему сведению, я действительно вор, рецидивист. Ну и прекрасно. Приезжайте почаще, чайком угощу. Поехали. Что, тоже в замше? Ну-ка, сделай тете ручкой. Вот. Косаря, подай мати косаря, я убить буду, рубить буду комара, рубить буду комара, Многое изменилось с тех пор, когда русский мужик в союзе с рабочим свергнул власть царя. Изменилась жизнь народа, изменились и песни. Народ стал слагать новые песни. Послушайте песню Айданинского «Русские края». Андреич. А? Ну, привез? Привез. Теперь жди. Вот можешь посмотреть, наши выступают. На поляне гребется лукое небо, бьется синий гиб. А после нас совещание будет, значит, часов до. Вы умеете сами на машине? Умею, а что? Доехать сами. Я больше не могу. Что, заболел, что ли? Возить больше не могу. Я понимаю, что я несознательный, отсталый, зэк несчастный. Но ничего не могу с собой сделать. У меня такое ощущение, что я все время улыбаюсь и в глаза заглядываю. Я лучше буду на самосвале или на тракторе. Да? Не обижайся, ты мужик хороший, но у меня просто не хватает. Потише, потише, товарищ. Концерт, что ли? Смотр? А. А много не хватает? У меня. 40%. Ого. Чего в одиночестве? Съездили в Сосновку. Так точно, ваше благородие. В Сосновку съездил, бригадир и привез. К пустой голове руку не прикладывают. Милая. Ну, что ты строишь ты из себя? Будешь ты прокурором, будешь. Поедешь отдыхать в санаторий. Встретишь там молодого, красивого адвоката. И тогда по белой лестнице вы пойдете прямо в рай. Ботинки не жмут? Нет, ботинки не жмут. У меня, знаете, другая беда. Ноги потеют. Прям замучился. Санта-Лючия. Позвольте пепелок встряхнуть. Санта-Лючия. Не переживай, Егор. Трактористам не хуже, а даже еще лучше. Они сейчас вон по сколь выгоняют. Я не переживаю. Значит, Люба скоро придет, да? О, скоро должна прийти. Сейчас молоко сдают. Вот сдаст молоко и придет. Ты, Егор, ее не обижай. Она у нас последыша. А последышка жильчей всех. Вот пойдут свои детишки, помянешь мои слова.
Она у нас девка хорошая, добрая. Только как-то все не везет ей. До этого пьянчушку нанесло, на сил отбились. Да, да, да. Прям беда с этими алкашами. Я бы их в тюрьму сажал, черти, ей-богу. По 5 лет каждому, строгого режима. А в тюрьму-то, поди, зачем? Хочу. Вот те раз. Я думала, они ночью привет, а он уже дома. Че так скоро? Петро приехал тоже? Да. Сейчас, минуточку. Он не хочет возить директора. Почему? Да его не ругай. Он объяснил, почему. Его тошнит на легковушке. Говорит, буду на тракторе. Оно и лучше. Ты вот советуешь, а зря. То мужик чистенький приходил, а то будет ходить, как помазок. Ну, чем лучше-то? Вот чем лучше. Прямо. Вот тебе и прямо. Хошь прямо, хошь криво. Любка, тебя что ли зовет? Я пришел, учитель. Сегодня в нашей программе... Мы познакомим вас с человеком, куда это они? Который считает, что высшее удовлетворение в жизни – это чувствовать себя гражданином своей родины. Куда они поехали-то? В Сосновку. Зачем? Надо зачем-то. А чего ж ты не спросил? Машину дал? Ну и что? Ничего. Совсем ты, Пит, какой-то обалдуй. Сестру увозит куда-то, а тебе хоть бы хны. Ну и что, ну и что? Привезет, куда он ее денет. Куда поехали-то? В Сосновку. Зачем? Да надо зачем-то. Ну так чего ж ты не узнал? Поди и узнай у них. Да ну вас какие-то вы. Какие? Такие же, как и вы. О, ну начинай, начинай. Там живет старушка по кличке Куделиха. Откуда ты знаешь это? Ну, знаю, я был сегодня в Сосновке. Дело не в этом. Один товарищ просил меня разузнать про эту старушку. А зачем это товарищу-то нужно? Ну, она родня какая-то ему. Тетка, что ли. Мы сделаем так. Подъедем, ты зайдешь одна. Нет, зайдем вместе, но расспрашивать будешь ты. Сыночки погибли. Сын первый в боях еще погиб. Во Львове. А второй-то сын 2 годика воевал. Вот за первого-то я и получала пенсию-то и получаю. Которого первого-то убили. Получала 20 рублей. 21 рубль. 40 копеек. А ты видишь, что унизили пенсию-то с меня. И все. Сельсовет дал сведения в разведство. Усадьба большая, 27 соток. А у меня и не бывало никогда. И у колхозников, ни у кого нету молодых. И я к ему сошла. Я говорю, что же, Михаил Федорович, вы делаете? Он говорит, что? А зачем такое сведение-то дали в разведство? У меня усадьба-то большая. Он говорит, это наша ошибка. Я говорю, ваша ошибка? Ошибку справь. Твоя, я говорю, ошибка, а мои слезы. Она говорит, какие тебе слезы? Бабушка, я еще хотела спросить, вот про сынов-то. А у меня сыновей теперь один. 3 погибли. А ты его давно видела? Я уже давно. Сколько? 18-й год уж одна. Да, верно. 18-й год одна живу. Да. Вот так и переживаю. И не знаешь, где он и не что? Знаю. Не знаю. Розыски подавала, да уж потом сошла в сельсовет. Ну, а мне сельсовет сказал, обожди, уж буди жив да здоров, а то отукнется, может быть. А живого нет, ничего не поделаешь. А где? Нет ничего. 20 гроб аккурат, нету ничего. 20 гроб. Ни звука. Никакого звука. Бабушка милая. Я не знаю, как же он это, или как один жил, все равно с ним никого не было из знакомых. Ни от кого товарищей, это верно, никаких нет. И не знаю, куда он.
могу больше, Люба, не могу больше. Тварь я последняя, тварь. Тварь подколодная, не могу так жить, не могу больше. Господи, прости меня, Господи, если можешь. Не могу больше муку эту держать. Да как же у меня сердце-то вытяжело, Господи. Что же там, камень, что ли? Егорушка, миленький, что с тобой? Успокойся, что? Егорушка! Ой. Ну, Егорушка! Ведь это же мать моя, Люба. Мать моя, мать! И сестру я видел в городе, не узнал только. Твоя родная мать! Ну как же так, поехали, вернемся, поехали к ней! Не время, не время, дай срок. Да какое время, что ты, Егор? Дай хоть волосы мои отрастут, я хоть на человека похожий стану. Ну, родненький. Ох, как тяжело. Ну, поехали к ней сейчас. Я ей деньги перевел. Она попрется с ним в сельсовет. Спросит, от кого, еще не возьмет. Съезди завтра к ней. Скажи, ей положено. Господи, ну что ж вы такие есть-то? Что ж вы такие дорогие? Заброшенные? Ничего, ну, Люба. Ну что мне с вами делать? Ну что? Ничего, Люба. Дай мне время. Дай мне срок. Вы у меня будете в полном порядке. Клянусь! Клянусь! Лучше землю буду грызть! Там это, муж ей пришел. Ну, Петро, чего ты дурака-то валяешь? Там же Колька. Пускай поговорят. Иди сам с ним говори, какой. Идем отсюда, Егор. Ну, надо же им когда-то поговорить. Колька поговорит, драку затеет. Ну и что? Да ничего. Колька затеет, а сидеть будет вот этот. Люба, ну так же тоже нельзя. Ну что же, я в кусты побежал. Да пускай они поговорят. Раз поговорят, а больше он и не пьет. Ну не ходи, Люба. Егор, ты же не знаешь Кольку просто. Люба, ну идем ты. Егор, будешь толковать, за плетнем еще два сидят. Знай. Егор Кольку не знает. Я тебе говорю, они мужики, они сами разберутся. Егор, ладно, ладно, ну что, ладно, ладно. Ну, я думал, что тут правда Илья Муромец. А такого-то Кузьму я и сам возьму. Микола. Пойдем выйдем. Урка с мыльного завода. Шмакодяки. Давай, давай, шагай. Ну, продали кусок, сейчас я тебе буду бить. Только не здесь, Коля, только не здесь. Пойдем отсюда, иди за мной. Иди вперед. Иди, иди. Ну, собака, сейчас я на тебя высплюсь. Да не смеши ты, черт, иди рядом. Че ты как на расстрел ведешь? Люди ж смотрят. Иди, иди. Так же ты, Колька, на букву М. Ах ты, бесстыдник. Вперед! Я тебе покажу на М. Ну, надо же. Оп.
чтоб сзади не прыгал. Собаки. И завершу! Угроблю, ваше место оставлю! Колька, у него в кармане. Не успеешь махнуть, Коля. А ты что угрожаешь-то? Что угрожаешь? С ножом, что ли? Ну, вынимай свой нож, вынимай! Пить надо меньше, дурачок. Кол-то выломил, а руки трясутся. Что ты сделаешь? Да брось ты его, Кольша, дерьма-то, фраера городской. Где-нибудь в другом месте прищучим. Мы еще встретимся. Это можно. Маленькие. Ишь, спрятались. Какие? Спрятались и молчат. Невестушки мои хорошие. Да хоть бы крикнули, позвали б, что ли. Иди, мол, Егор, попроведай нас. Нет, спрятались и молчат. Ну уж теперь сам увидел. Здравствуйте. Ох, вы мои хорошие. Ну что, как вы тут? Дождались. Скоро совсем тепло будет. Ну ладно, мне пахать надо. Я теперь рядом буду здесь заходить, буду к вам. Ишь, стоят. Ну, стойте, стойте. А мне надо выходить в стахановцы. Намаялась я сегодня. Чего ты намаялась? Коров-то начали выгонять, или? Здравствуйте. Здравствуйте. О, вот это гость. Здравствуйте. Садись, Вася. Шура. Фу, я тебя все путаю с тем старшиной. Помнишь, старшина-то был такой здоровый, Вася. Мы с Шурой служили вместе у генерала Кумова. Садись, Шура, поужинай с нами. Ой, садитесь, садитесь, полчаса. Давай, давай. Да нет, меня такси ждет. Мне нужно передать тебе кое-что. Да садись, поужинай. Подождет такси. Садитесь. Помнишь, как Вася говорил? Как жрать, так губа винтом. Нет, еще на поезд надо успеть. Ну, пойдем, что там тебе передать надо. Знакомых видаешь? Ага. Эх, золотые были денечки. Часто эту службу во сне вижу. Сколько же они на такси прокатывают до города обратно? Люб! Ну? Сколько за такси с километра берут? Не знаю, 10 копеек. 10 копеек на 36, это сколько же будет? На 36 копеек и будет. Здорово живешь. 10 верст уже рубь. А 36... 36, оба конца, это 7,20, вот сколько будет. А бывало, за 7,20 я месяц работал. Хорошо жить стали. А что он приехал-то? Однако, что-то случилось, старик. Вот так передай, запомни и передай. Понял? Я передам, но ты же знаешь его. Я знаю его. Он меня тоже знает. Он деньги получил от меня? Получил. Все, я вам больше не должен. Будете искать, я на вас всю деревню подниму. В поход, с вилами. Горе, я сделаю, как мне велено. Если, мол, у него денег нет, дай ему. Ах ты, сучонок ты, сопляк. Деньги привез. А ты думал, что давать надо? Ты думал, тварь? Думал, казино? Собери деньги. Собери деньги.
Запомнил, что я сказал? Запомнил? Запомнил. Все, шагай. Быстро. Егор, кто это? Кто он, Егор? А? Погоди ты. Прям не дом стал, а штаб-квартира какая-то. Что тут было-то опять? А? Человек приезжал к Егору. Зачем? А тебе какое дело? Мне нет дела. Но вот когда вас резать будут, тогда не орите. Развели тут притон какой-то. Я боюсь, Егор. Чего ты боишься? Вот я боюсь. Ну, чего ты боишься-то? Ну, чего боишься? Ты знаешь, я слышал, когда у вас, когда у них... Брось! И никогда больше не говори об этом. Слышала она. Где это ты слышала? Тянула, что ли? Как это тянула? Маленький ты мой. Прости меня, пожалуйста. Прости. Давай споем лучше. Господи, а? Да песен мне. А чего? Давай. Есть одна хорошая песня. Калина красная. Да я ее знаю. Ну вот и подпой. Давай подпой. Калина вызрела. Егор, Христом Богом, прошу тебя, скажи, они ничего не сделают с тобой. О. Егорушка, да не злись ты. Господи. Да что же это, я ждала своего счастья. Ну как же ты меня понять-то не можешь? Возьмут, да? Ну что, мне и порадоваться в жизни нельзя. Люба, я не могу, когда плачут. Не могу, ну пожалей ты меня. Не плачь. Может, мы куда-нибудь уедем, а? Ух, зачем эта ночь так была хороша? Не болела бы грудь, не страдала бы душа. Не понравился ей моей жизни конец. Ах, ах, подлинец, не видала она, как я в церкви стоял. Перепиши слова. Садись. Кто это приезжал-то? Это дружок один. Банит будем топить? Ну, а как ж, будем. Ну, что ты смотришь? Иди-ка сюда, скажу что-то. Не плачь. Угу. Ну, чего вы, я ж знаю все, после бани. Я его прошу, жиклер, поглядей. Ну, скажи. Жиклер, Люба! Ну, как дела, Васюха? Ничего. Жену-то не обижаешь? Ее обидишь. Не надо их обижать. А твои как? Слушай-ка, как ты думаешь? Это хорошо, что мы живем. Может, уж лучше было не родиться, а? Так ведь нас же не спрашивают. Тоже верно. Ну, пойдем сеять. Я по-прежнему... Ты сказал чего? Я пою. Чего-чего? Пою! Оглох! Я по-прежнему такой же нежный. И мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в старенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только уж на рассвете
не буди, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни привелось. И молиться не очень надо, к старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада, ты одна мне несказанный Васька, заводи своего педика и ехай обедать. Егор, мы ж только засыпались. Ну, жену попроведай. Я не соскучился. Ладно, не остри, делай, что говорят. Ко мне корреспонденты приехали. Я пойду к ним. Мы маленько побеседуем. Давай, давай. Я кому сказал-то? Губа, а ты не тронешь его. Люся, о чем ты говоришь? Это он бы меня не тронул. Скажи ему, чтобы он меня не тронул. А то как двинет святым кулаком по окаянной шее. Ты не тронешь его, тварь! Ты сам скоро сдохнешь! Дичёшь ты! А то его с рядышком положу, как голубков. Ну, я прошу тебя, ну пусть он живет, ну пусть землю пашет. Ну, ему так нравится. Я сдохну, он будет землю пахать. Где же справедливость? Что, он мало натворил? У него даже походка какая-то стала трудовая. Пролетариат. Крестьянин. Какой пролетариат? Крестьяне тоже пролетариат. Скорее еще интеллигенция. Учителя, да. Бульдя, имеешь свои 4 класса и 2 ноздри? Читай Мурзилку и дыши носом. Ой ты, Господи, здорово, горюшка. Ну, если вот такая буду. Что? К нему приезжал кто-нибудь? Мам, ну что ж вы молчите-то, мама? Губошлёп, еду! Это брат ее, скорей! Измажу я тебя. Игорушка, великий, не говори. Ну, что тут? Ух ты! Ну, так, давай. Ну, ничего, ничего.
Держись, Егор. Ерунда это. Штыком насрозь прокалывали, то оставались жить. Не надо, Петро Павлович, там пуля. Может, скорее болится, Егорушка, миленький, мы скоро доедем. Не плачь. Я не плачу. Плачешь, я слышу, на лицо капает. Не буду, не буду, не буду. Люба, Люба. Я здесь, Егорушка, вот она, вот она. У меня там в выходном костюме деньги. Раздели с мамой. Я потом приду к вам. Он не злой старик, я его знаю. Его мама во сне видела. Он ей все написал. Помирает. Только она читать не умеет. Ну, паразиты, далеко не уйдете. Родненький мой, родненький мой. Не... О, Люба. 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 Пить охота. Мочи платок возьми. Я сейчас, Егорушка, сейчас, миленький, не умирай, не умирай. Моя губочки надула. Да перестань. Не жалей ты его. Он человеком никогда не был. Он был мужик. А их на Руси много. Можно было не так. Не так. Только так. Гляди! Это что, дурак? Родственник его. На разворот? Стреляй! Прыгайте! Грусти, Любушка, не надо. Глянь, сколько хороших людей кругом. Надо жить. Надо бы только умно жить. Вот погоди-ка, если свидимся, я все тебе расскажу. Я ведь много повидал на веку. Даже устал. Душа моя скорбит. Но она все помнит. Дай время, дружок, все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями, Прокудин Егор.